Всех приветствую на нашем канале OptoNet. Сегодня у нас на обзоре интересные штуки, потому что это колонки беспроводные, портативные, но это не обычные колонки, это еще и плюс часы. То есть часы, и здесь еще устроен градусник, то есть который может показывать температуру в помещении, подсветочка в некоторых, время, будильник можно ставить. Вот это все сейчас более подробно я вам расскажу и покажу. Это Kimiso. Их есть три штуки у нас, это К11, вот такой вот, скажем, будильник, часы и портативная колонка. Также есть побольше, такие Kimiso К10, все они с часами, и КМС К12, это вот такой вот прикольный шарик. Сейчас более подробно расскажу вам про характеристики, что они могут, как они включаются и что вообще это такое. Ссылки на эти штуки будут в описании, сможете перейти и посмотреть. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Всем приятного просмотра. Поехали. Колоночки идут в вот таких коробочках. Это Kimiso К10. Вот таким вот образом выглядит Kimiso КМС К12. Это вот такой вот круг. И самые такие маленькие, прикольные Kimiso К12. Сейчас я все распакую и покажу вам, что это такое и зачем оно вообще нужно. Давайте начнем с самой огромной. Это Kimiso К10. Выглядит она вот таким вот образом. Открываем нашу упаковочку. И здесь находятся вот такие зеркальные часики. Прям зеркало, там все можно разглядеть. На нижней части этих часиков у нас есть специальные ножки для того, чтобы, когда вы их будете ставить, они не скользили по поверхности, на которой будут стоять. В каждой из этих часов и портативных колонок есть встроенный аккумулятор. В каждой колонке он разный. Конкретно в этой колоночке устроенный аккумулятор на 1400 мАч. На задней части можно видеть два динамика, так как это колонка. На верхней части у нас кнопки управления. Это кнопка включения, переключения треков, подсветку можно добавить, убавить яркости. Ну и, соответственно, управление чисто часами. А вот здесь у нас находятся выходы для подключения, допустим, microSD-карточки сюда, и можно слушать музыку. Для подключения AUX-кабеля, то есть можно подключить ее к, допустим, ноутбуку или к любому устройству через AUX и воспроизводить музыку. И выход под microUSB для зарядки этих часов. В комплектации к этим часикам и колонке идет вот кабель microUSB на USB для зарядки, ну и инструкция по эксплуатации. Для того, чтобы включить эти часы, зажимаем на верхней части кнопочку и держим. Bluetooth mode. Все, они загораются, показывают нам время и уже готовы работать. Сейчас у нас отображается время, то есть 17:14, соответственно, нужно настроить. Они сейчас уже раздают, ну как бы можно к ним подключиться через телефон. Дальше, на верхней части, во-первых, смотрите, можно регулировать яркость. Видите, тусклее, выключить практически. Ну, в общем, три режима яркости, это самый яркий, немножко тусклее и самый тусклый. Смотрите, можно поставить будильник. Также, ребят, в этих часах есть радио, то есть и показывают градусы. Смотрите, 17,8 градусов они сейчас показывают. Чтобы переключаться там на часы, на радио или на Bluetooth, вот здесь есть кнопочка M. Если ее разнажать, сейчас они включили Bluetooth, можно к ним подключиться. Соответственно, время остается. Еще раз нажимаем. Это было радио. И можно просто включить просто часы, то есть чтобы они не садились, Bluetooth включаться не будет, соответственно показывают часы и со временем просто показывают градус, который у вас в помещении. Давайте сразу перейдем к другим часикам, это Kimiso КМС К12, вот таким вот образом они выглядят. Открываем коробочку, эти уже идут немножко меньше. Во-первых, точно так же в комплекте получаете microUSB на USB, потому что это все портативные колонки с часами, поэтому в каждой из этих есть свой, естественно, аккумулятор. Эти выглядят вот таким вот образом, вот такой шарик. Здесь находится экранчик небольшого размера, где тоже отображаются часы, где тоже отображаются градусы. На верхней части у нас кнопки управления, переключение трека, включение-отключение, также поставить на паузу, режим выбрать, ну и кнопки еще управления. А на нижней части у нас находится вот такая круглая штука, которая та самая ножка одна, которая не позволит им скользить по столу. Для того, чтобы включить этот девайс, значит, зажимаем вот эту кнопочку до звукового сигнала. И у нас опять-таки отображается время, показывается время. Там еще у нас светится диодик, который просто моргает разными цветами. Нажимаем кнопку M. То же самое.
Здесь тоже есть радио, есть просто время, то есть они будут просто показывать вам время и, соответственно, не будут раздавать Bluetooth. Ну и просто Bluetooth мы можем подключиться и включить песню, которую хотите. Вот таким вот образом они выглядят в темноте, то есть показывают время. Также они через несколько секунд показывают процентаж зарядки, насколько они заряжены. И вот таким вот образом выглядят вот эти часики. Видите, показывают час 18,7 градусов и время то же самое. Значит, вот такие вот колоночки. И давайте перейдем к еще одной колонке. И, ребят, последняя колоночка Kimitsu K12. Принцип работы тот же. Это портативная колонка с часами. Но она немножко меньше и немножко другой формы. Открываем точно так же microUSB на USB. И выглядят они вот таким вот образом. Кстати, эти тоже типа зеркальные, но немножко не такие. Вот здесь прям зеркало, то здесь такие матовые. Тоже защитная пленка. На верхней части кнопки управления. Это включение-отключение, переключение режимов, переключение треков. Вот здесь находится выход под microSD карточку, которую можно сюда вставить и слушать, например, музыку. И выход под microUSB для зарядки. А на задней части у нас находится динамик, через который будет воспроизводиться музыка. Здесь две ножки для того, чтобы опять-таки поставили, они не будут никуда скользить. Кстати, еще один плюс, что эти портативные колонки, часы можно заряжать даже от пауэрбанка. Кстати, вот эти часики сейчас сели, и как раз-таки я продемонстрирую вам, что они реально заряжаются. Вставляем в пауэрбанк, а второй конец кабеля вставляем в нашу колоночку. Вот, видите, загорелся индикатор, показывают зарядку, зажимаем кнопку включения, они включаются. И точно так же, здесь Bluetooth, но они полностью еще не зарядили. Здесь есть Bluetooth, здесь есть часы и портативная колонка. Работают они все одинаково. И сейчас на примере одной колонки я вам покажу, как подключиться с помощью смартфона к этим, допустим, часам колонки. Для того, чтобы подключиться к колонке любой из этих, суть одна и та же, подключаются они абсолютно одинаково. Смотрите, давайте я ее выключу, чтобы полностью продемонстрировать. Берем нашу колонку и просто ее включаем. После того, как мы включили, можно выбрать режим. Выбираем Bluetooth. Вот, когда она произнесла Bluetooth, и здесь загорается индикатор Bluetooth, на всех это одинаково. Дальше берем ваш смартфон, кстати, подключаются не как к iOS-устройствам, то есть айфонам, так и к Android, в общем, к любому устройству, где есть Bluetooth. Заходим в настройки, включаем Bluetooth, вот здесь, включить, и после чего у нас K10 отображается название этой колонки. Нажимаем подключиться. Bluetooth has been connected. Вот, и колоночка произнесла, и вот этот значок Bluetooth перестал моргать, и он просто загорелся. Все, она может воспроизводить музыку, фильмы, в общем, любой звук с вашего телефона. Делается это максимально одинаково. Давайте, смотрите, я даже отключу. И еще на второй покажу, что это реально одинаково. Выключаем. Включаем. Выбираем режим Bluetooth. Вот. Опять-таки заходим в Bluetooth, включаем Bluetooth. И здесь сейчас ждем. Вот. KMS K12, смотрите. Нажимаем. Вот. Все, колонка готова и уже работает. Абсолютно одинаково. Вот такие портативные колоночки, часы и измерители температуры в вашем помещении от Kimitsu. Ссылка на каждый из этих девайсов будет в описании, то есть вы сможете перейти, посмотреть, выбрать. Также есть у нас другие просто портативные колонки или просто часы, например, вот такого типа. Очень прикольная штука. Кому что непонятно, возможно, у кого остались какие-то вопросы, то, конечно, вы можете задать их в комментариях. Всем спасибо за просмотр и не забывайте подписываться на наш канал Optonet, оценивать наши ролики. Всем удачи и до новых встреч на нашем YouTube-канале.